привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Чего? Пошли подушку покупать. Ну, пояс такой довольный. Пошли подушку Короче, покупать. Мы сегодня всей командой. Сашка. Привет. Настало время перемен. Идем покупать подушку. Короче, мы сегодня в Sam's Club хотим купить вот такую вот подушку. Вот. Сейчас я... Вот такая вот она. Дома, может, на распаковке посмотрим. Давай, Сашка, ложись пока на подушку. Ложись и спи. Сашка, к магазину готов. Надо ему еще блинчики. Ну как, хорошо, Саша? Ага. А? Так, берем вот такие. Ну, Катерина сама возьмет. Мои. Так, я может, такой. Одну возьмем? Или если вы сегодня вдвоем, втроем будем все по три брать? А, мы все сегодня. Катерина, что ты будешь с круассанами делать? Еду. Отлично. Мы арбуз, кстати, в Костко не купили. Наверное, возьмем здесь, зайка, арбузик. Будем брать арбузик. Арбузы по 4,98 за штуку. Сейчас попробуем выбрать. Арбуз затарили. Что? Так, Хэллоуин я уже показал. А, ну вот. Sam's Club готовится к Хэллоуину. Можно вот такую шапку красивую на дом купить. Короче, полностью пошел уже Хэллоуин. Ёлки-палки, да еще ж сколько месяцев? Август, сентябрь. Что там? Я не знал, что Samsung уже в 3000. В смысле 3000? Оно имеет все в этом... Он это dishwasher и cold washer. Пошли, okay. Я тебе покажу холодильник, по которому можно... Можно смотреть recipe запроса. Ну, короче, ты можешь с ним поговорить, можешь записать. Друг мой. И можешь Uber по холодильнику вызвать. Вот одна миллиона идея. Надо сделать фрейзи какой на Wheels, если ты вокал по имя какой-то ты его сделаешь, он тебе в Юм где-то есть. И потом ты можешь достать 190. Пошли диваны смотреть. Диваны. Это Sam's Club Review. Да. Садись. А можно я там посмотрю книжку? Иди посмотри. Этот имеет USB чарджер. Очень классная опция для дивана. Этот тоже. Котейка, иди. Она пошла книжки смотреть. И вот этот тоже имеет. По одному не раскрыть. Надо Катерине сказать. Мечта тоже переехала на другое место. AC и USB. Антош, вот этот диван папа не хочет мне покупать уже несколько смотри, месяцев. Смотри наверху у него, там видишь, какой стол раскладывается. Выходят зарядки. Давай вместе уговорим. Папочка, вон такой. На. Я бы лучше вот такой комод купил. А комод потом тебе купим, если хорошо сейчас будет. Что это такое? Можно я... Дети, Саша. Можно я это просто чуть-чуть прочитаю? Мне надо стать профессионалом. Хочу найти ниндзю. Так, короче, мы куда-то забрались, совсем не туда. Перфекшн. Купить я там. Я посочусь. Расскажи нам, как это будет. Покажи мне, как это будет. Диван проходит испытание. Саш, ноги не надо. Ну как, подходит? Отлично, пошли. Нет, ну что, мы продолжаем свой поход. Диваны никто покупать не хочет. Так, мы берем сок. Два. Не вижу сока вообще. А, вот он. Антош, не путайся под ногами. Давай, зайка. Сок по 5,28. Бери, зайка, сразу два. Красавчик. Не-не, Саша, ты зря это сделал, котик. Саша, все, давай я немножко. Все, зайка, у нас уже
Ну я не знаю. Видишь, мы уже начинаем наполнять. Так, берем один замут для кофейчанского зайка. Сколько он стоит? 4,50. Нет, 4,56 другой. French Vanilla. 4,56. Зайка, а что на нем написано? French Vanilla? French Vanilla? Значит, это он. Саша, стой. Да, это он. И что-то еще? Яйца? 5 доз? Пять доз или сколько? Да, 60. 60 больших яичек. Сколько они стоят? 8,72? Туда в холодильнике стучится. Так, мы хотели взять сосиски. Давай посмотрим. Сосиски. Хорошо, Сережа. Где наши сосиски? Наверное, вот. Нет? Это какие-то большие. Ну давай поищем. Давай посмотрим. Цепляем один йогурт за $1.98. Ну что, двигаем фрукты и овощи, наверное, тогда. Ага. Или пойдем сосиски поищем. Сосиски? Там нету наших, зайка, мы не нашли. Короче, в всем складе какие-то перестановки, ничего не понятно, где они что положили. О, сейчас будем булки кушать, я так понимаю. В общем, в всем складе нам подсунули вот такой бургер. Антоша, покажи, как ты плачешь. Расскажи, что с ним не так. Он колючий. Колючий? Колючий, это что значит? Невкусный. Спайси. Ага. Колючий, спайси. Я бы его просто сразу... А если в нем пухнем? Короче, переводим на русский язык. Это очень-очень острые вот такие вот бургеры. Я не знаю, сейчас во рту после него, я не знаю, тоже, как ты будешь сейчас себя чувствовать, но это просто как будто вы съели перчик. А Маришка тем временем... Ты, пожалуйста, что ты затарила? Мы наконец-то нашли... Так, тебя не слышно, наверное, ты как мышка. Саша, ага. Любит. Сколько они, зайка? 12,40? Я вообще не понимаю, по ценам здесь ничего. Chicken Patty 5 рублей, Tyson Food, вон, наверное. Это 4. 4? 3,5 я там вижу. А на ней 4 написано, да? Да. Ну, в общем, цена не определена. И что ты там еще схватила? Покажи нам, пожалуйста. Ну, мы такое постоянно берем. Это которое в 4 пакетиках или в 6? Да? Сосиски так и не нашли, двигаем дальше. Сосиски мы сколько? Пару месяцев не покупали, дети соскучились, захотели сосисок. Ну? Ну это версия, потому что видишь, что переставлено настолько, что... Двигаем в овощной отдел. Дети, Дарис, помогай папе. Саша, иди. А я люблю так ходить в магазин. Тачку толкать не надо, поехали. Я пойду это обратно положу. Когда будем идти? А? Когда будем идти? Да, мы идти положим. Берем вот такую морковку. 2,98. Мне уже нравится так в магазин ходить. Ходи и снимай. Один накладывает, второй толкает. Третий булки подает. А я 5 или 7? Бери. Я хочу 5. Брокколи берем обязательно. Брокколи 3,32.
3.32. Короче, появились вот такие классные персики или абрикосы. Персики. 5.98, сейл на него $4 за 4 лб. Ну, прикольно. Панталупа. $1.54. Надо взять одну панталупу. Ой, $1.54 за штучку. А их берем надо одну. Слушать? Нет, их не надо слушать, их надо просто кушать. Так, это ударенное, эту не хочу. Вот эту хочу. Мне нравится, как они пахнут. Нравится. Она дынькой пахнет. Наверное, мама хочет киви. Но мама ждет, пока освободят проход. Да, мама? Я канталупку взял. А ты хочешь зеленые или желтые? Я вообще желтые люблю больше, потому что... Золотые. В общем, это, значит так, кило 4.94, я не понял, ты уже выбрала? Ну, да. Как ты так быстро? Ты видишь, некие люди, если им что-то очень нравится, они очень хорошо спешлайзят. Нюхаем. Так, клубника по 2.73. Пахнет хорошо. Давай я понюхаю. Я тебе говорю. Хорошо пахнет. Может, более такую красную я бы выбрал? А то она какая-то очень маленькая и очень зелененькая. Наверное, вот это. Или она открыта. Это мне не нравится. Вот это. Я Саше дал. Чуть-чуть. Зайка, надо авокадо взять. Сейчас нам тоже переберут ящик. И я пойду. Давай пойдем по помидору, пока возьмем. Пошли. Зайка, тебе нормально или помогать? Хорошо? Поехали. Чтоб помидоры тоже перешли или что? А, вон помидоры я вижу. Ты хочешь салат зацепить какой-нибудь? А что сегодня? Такой или вон тот? Зай, какой ты возьмешь, такой будет. И сельдерей. А может мы чуть-чуть вынехаем это... Мы melt chocolate и потом махадепвата и фризу. Ты хочешь их в шоколад макать и заморозить? Да. Ну давай потом... попробуем. А как мы плавить шоколад будем? Okay, plan dinner. Plan B, melt chocolate microwave. Шоколад в микроволновке. Есть... Так, я возьму сельдерейчик. Зай, сельдерей же берем? Мы берем сельдерей. Вот так вот возьмем его просто. Хороший, зеленый. По 2.34. Зайка, и что ты взяла? Спринг. Спринг микс. Спринг микс. Это где-то вот. 3.28. Погружаемся в помидоры. Так, нам бы тут немножко вот это вот так вот поставить. Это вот так вот поставить. Это вот так. А это вот так. Зай, наверное, два лоточка, да? Помидорчики у нас, ну, походу, наверное, да, поехали. Подушки много места заняли. Помидорки по 3.62 получились. А огурчики по 3.48. Наверное, два бери, Зайка. Два. Два. Ты хочешь одни такие? Авокадики 4.98. Зай, ты смотри, какие, ты же разбираешься. Длинные будешь брать, да?
Если длинные, то по 2,58. А я по авокадо. Авокадо надо брать, чтобы были одни зеленые, одни коричневые. Чтобы они могли и полежать, и сразу завтра кушать можно было. Вот такие. Меньше доллара авокадо, это хорошо. Держи, зайка, закидывай. Рыбу не берем. Нападаем на мясо. Отрывай пакеты. Будем брать куриную грудку. Куриная грудка. Доллар 60 цент. А там что? 2 доллара. У нас разная куриная грудка. А мы не будем брать. Не будем? Мы сейчас будем вот эту грудку кушать. Куриную грудку закинули. Это у нас сыры всякие. А Маришка пошла там что-то мясо поизучать. Ты просто поизучать хочешь? Ты не хочешь стоять? По приезду, наверное. А так мы его сейчас купим и морозить будем тоже. Ну как, Антоша, острое послевкусие покинуло себя? Нормально. Двигаем за соком, за яблочным детским. Вон там. Антоша, отходи, я буду закидывать. Mm-hmm. Зайка, этот берем, да? 4,48 за вот такие две банки. Мы берем, я думаю, две по две, да? Опа! Все, саке закинули. Кстати, давайте здесь посмотрим этот айс. А здесь, наверное, нет его, зайка. Другого точно здесь не будет. Если только, может, айс можем проехать, посмотреть. Но я думаю, что мы его купим в той костке. Что Антошка хочет? Уже и конфеты к половине. 6,96. Вот за такую огромную банку. Либо 23,48. Вот за такой шоколадный микс. Вот сверху здесь нарисовано, какие есть шоколадки. Катаринка, так ты же видишь. Вон, смотри, написано «Скелетон микс». Так, пойдем посмотрим, что Антоша решил купить баночку сока манго. Сколько наше саке? Новое какое? 6,88. Антоша, ты знаешь сок манго? Манго. Из манго. Так, а ты его... Мы же его пили, как-то никому не понравился. Так, берем вот такие чипсики, Катаринины любимые. Да, Катарин? Будешь нас угощать сегодня? Опа! Закидывай. Ложи сверху, сверху, зайка, ложи. Они нормально, они легкие. Пойдем посмотрим, что там еще есть у нас интересного. А таких вот не хотите сырных шариков? Ну, сейчас он придет, надо будет спросить у него. Что? Что, Сашка? На каждом мы выберем, каждому, если вы, мы все это скушаем. Пока не съедим. Я думаю... Что ты думаешь? Я думаю, то, что мы тут скушаем
2 months. Да? Купила 12 паундов вот такой муки, зайка. Сколько она стоит? 4,98. 4,98, 12 паундов. Намного дешевле, чем мы покупаем в этом самом. Smart and Final. Пойдем вон за дедушкой, у него там практически нет покупок. Готовы к загрузке? Да. И наш чек. Подожди. Мы еще вынесли мозги тому товарищу, который чеки проверяет. $138. Там нету цены. Что, ровно? Да, ровно 138. Но это не просто продукты, это продукты с подушками. Подушки там что-то около $10. Сколько там? 9,5. Ну, короче, можно считать 130. А ну что считать? 129. На подушки нам считают. Досчитали их, вот. Вон внизу 10,93. Продукты 128,02, а подушки с налогом уже 10,33. Вот. Так что мы уже будем спать теперь по-новому. И... Я буду спать на своей горшок. А я буду на двух. Молодец. Так, ну и что? Что мы подытожим? Подытожим, что набрали продуктов и будем сейчас делать пати с этими. С арбузом, с клубникой и с чипсами. Мы будем смотреть Третьего Терминатора 3. Так что подключайтесь, кто его хочет посмотреть в третий или какой там еще раз. И все, вы были на канале. Нас уже с вами. New Life, It's My Life. Увидимся в новом влоге. Пока-пока. Bye-bye.